Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в Clash of Clans. Так, завершенное улучшение, военный лагерь и часовая башня. Кстати, я так и не понял, что часовая башня вообще делает. Собирайте ресурсы, следуйте и стройте в 10 раз быстрее в течение 14 минут. Можно использовать бесплатно один раз в 22 часа. Вот даже как. Даже вот так вот. Так, скрытые сокровища. Боевая машина восстановлена. А, подожди-ка, а вот это вот если 900. 900 нужно. Да ну нафиг, это мне нужно казну увеличивать. Тут 400 надо. Подожди, разве я с... А, ну казну, 200 эликсира нужно, 200 эликсира. Ну что, я не знаю, ребят, наверное... Надо идти эликсир зарабатывать. Ну и дали мне. Опупеть. Выдали мне тоже здесь. Давай, наверное, так. Ну, эй, ну куда вы бомбите? Что-то тут расколбас какой-то жесткий, ребята. А, у него огнемет. У него еще и лучница здесь есть. Без вариантов, ребят. Без вариков. Слишком прокачанная база у него. Но здесь еще можно будет попробовать. Уж не знаю, насколько тут хорошо получится у нас. Да ни насколько не получится, потому что... Ну нахрена вам сдалась вот эта вот башня, блин? Вы хотя бы одну звезду получили. Ну с этой стороны тоже, ребята, не вариант. Он начал бы обходить бы, блин. Начал бы там сопли жевать, пока бы он там дошел бы до этого. Да ё-моё, да что ты опять-то будешь делать? Опять выдали. Да у него пусто все, ребят. Слушай, по-моему, та же самая база или нет? Или просто похожую делают. Тут огнемет. Давай отсюда начну. Блин, у него пузыри там, ребят. Правильно, пошли бомбить лагеря, блин. Сейчас шарики вылетят. Да нет, конечно, друзья, тут против такой базы мне не справиться пока. Да они куда угодно стреляют, ребят. Только не туда, куда мне нужно. Мне нужно, чтобы они бомбили вот сюда. Ну, а они стреляют вообще не туда, куда надо. Абсолютно. Даже не добили. В минус идем, офигенный. Я все равно эликсир должен добыть, друзья. Мне без элика никак. Слушай, ну если я вот так вот сделаю.
Опять же, электровышка, блин. Все, как только великан отдупляется, ребята, электровышка начинает моих парней чикать. А они куда стреляют? Они стреляют куда ни попадя, ребят. Они стреляют во всякую парашу, куда не нужно мне. Абсолютно. Так, ну слушай, мы электровышку уничтожили, да? Мы уничтожили у них противовоздушку. Так что здесь мы разнесем полностью все. Получается так. Ему нечем моих воздушных уничтожать. Так, у него еще турель здесь. Ну мы ее бомбанули. Он сейчас пойдет за этой, да? Он же не угомонится, блин. Ему же нужно подбить именно вот это вот защитное сооружение. Красавчик, выжил все-таки. Все, ребят, 100%. Нет, не 100. Ну, 100% здесь будет. Замечательно. Слушай, я тут эликсиры не добываю, ребят. Тут только бабки идут. Эликсир вот здесь вот забираем мы. Что я хотел? Казну, да, увеличить? 3 часа. Ну, давай посмотрим, сколько, ребята, здесь будет. Три часа. Я что-то не вижу, чтобы тут что-то ускорилось. Как было три часа, так и осталось. В чем прикол тогда? Может быть, это для армии только рассчитано? Сколько? 12 часов 50 минут. Еще 13 часов будет увеличиваться у нас великан. Да, ребята, по-моему, только здесь рассчитано. На улучшение армии. Угу. Так, а тут у нас один работяга свободен, я смотрю. Нифига тут. Так, атака на меня была. Ну что, попробуем? Нет, сюда я не хочу. Ну, вот здесь, наверное, можно. Давай-давай, противовоздушку бомби. Башню лучников бомбанешь? Бомбанет. Так, эликсирчик как раз подтырим здесь у него немножко. Ауч! Ауч!
Так, слушай, ну здесь, здесь хорошо пошло. Маги свое дело здесь делают. На 100%. Бонус неплохой, я тебе скажу. Бонус очень даже неплохой. Так, давай-ка тренировочку. Нам надо 10 великанов, 10 магов, 5 воздушек. 5 воздушек. Ну и лучники. Как думаешь, такой командой мы сможем что-нибудь здесь с тобой найти подобающее для нас? Давай посмотрим. Блин. Слушай, ну тут вот Элик можно было бы натырить. Ладно, фиг с ним. Дай что-нибудь попроще-то. Нет у меня пока драконов. Ага. Но у меня 2 подрывника есть, в принципе. Если сюда напасть. Мортира, конечно. Ну что, можно воздушные шары вызывать, да? В плане они не справились. Да куда же вы пошли-то? Я же вас... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, как же нехорошо. Как же, блин, нехорошо-то получается здесь. Ну, смотри, мы с тобой уничтожили всю защиту ему. Элик мы с тобой набили полностью здесь. Какие они слабые, а? А, вот же у него золотые, золотые эти-то. Вот сюда надо было нападать, а не на эликсир. Вот здесь надо было пробивать. Что-то я тупанул, конечно. Только 1 секунда. Правильно, им казарму надо уничтожить. Пошли лагеря теперь бомбить. Ну мы хотя бы главное это здание заберем. Да, заберем. Ну, 75%, я думаю, что неплохо тоже это, ребят. Неплохой результат. Хм.
Так, у меня один работяга свободный. Я ведь мага не смогу улучшить, да? Нет. 750. 750. Блин, мне нужны бабки, ребята. Так. Ну, ой-ой-ой-ой-ой, а что это всего два великана у меня, блин. Подожди, как два великана-то могут быть? Опа-на. Опа-на, друзья мои. Улучшение ратуши приведет к тому, что если вы будете получать более сильных противников, которые вам будет сложно победить, перед тем, как улучшать ратушу, стоит сначала повысить силу атаки. То есть, лагеря улучшать или что? Я что-то не понял я. Так а какая разница? Черт его знает. Ну ладно. Четыре часа. 5 часов он будет делать. 5 часов. 750. Ёк-макарёк. 12 часов. Улучшение лагеря, ребят, 12 часов. Да. А как он делал ускорение, друзья? Интересно мне знать. У него там было ускорение стояло. Так, запросите подкрепление в клане 3 раза. Отправьте запрос. Ага, 100 очков испытаний получим. Так, улучшите 4 шахты до 7 уровня. Пожертвуйте заклинание, занимающее в сумме 5 мест. Башня колдуна. Уничтожьте 12 штук в боях многопользовательского режима. Ну, башня колдунов-то, в принципе, 12 штук. Ох, ёк, макарёк. Мортира. Так а кто магов-то валит? Вот здесь вот как вот тут вот быть? Ну, башню магов, вали. Все-таки завалил, да? Козлодой несчастный. Маги! Ваши магов завалили одну, по крайней мере. Тьфу ты, блин, у меня армии нету. Побежал.
Да. Ну, пускай делается, фигли. Слушай, нет, смотри, ребята, время тут тоже, ну да, 46 минут. 45 минут. Слушай, ну тут, по-моему, намного быстрее, ребят, чем 45 минут ждать. Он сделает за минут, я не знаю, 15. Там было 3 часа же у нас, да? А насколько он увеличивает? Так, скорость ускорения 14 минут плюс 2 минуты. То есть будет 16 минут. Да, и здесь ускорилось. Все нормально. А боевая 900 эликсира стоит. Почти лям, ребят. Все, что ли, закончилось? Печалька. Оборона. Ну-ка, дай-ка гляну. Лучниками, да, решил тут одними. Ну а дальше что? Все, обделался. Да не выйдет ничего, блин, лопух. 45%. Захотел чего, а? Губошлеп. А за то, что мы отбиваемся, ребята, у нас... Нет, это мы. Так, ну что, нам еще можно, в принципе, поединочек какой-нибудь тут замутить. Так, летунами здесь, ребята, не побалуешь особо сильно. Так, правильно, нефиг этому берсерку здесь делать. Ах, они сейчас сюда подойдут, ребята, и здесь начнет эта свистуля работать. А, у него и здесь еще вон. Ладно, фиг с ним, одну звездочку мы заработали. 7500. Что такое 7500, ребят, ну это вообще ни о чем, свистнули с тобой называется. Фуита. Так, ну что я предлагаю, ребят, наверное, отсюда начать. Да, пожалуй, отсюда и начнем. Один здесь, один здесь. Сейчас мы здесь уничтожим все. Потом я попробую вот эту шваркнуть, не знаю уж как получится.
Блин, как он задолбался с своими электротурелями. Но 50% есть. Две звездочки мы с тобой урвали. 15 300. 15 300, ладно. Давай далее. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Так, ну эликсира у него нету, я смотрю. Ах ты, жук! Неудачное место, ребята, я воткнул. Совсем неудачная. Так, давай дальше. Да твою маковку, ну. А секундочку, а кто их-то убил? Летунов-то моих, мы же подбили, мы все воздушные эти. Так, а, ну что ты, ну какая часовня, ну, ну какая, блядь, часовня? Ай-яй-яй, 53%, ладно. 15 300, окей. Так, ну по бабкам все, ребят, по бабкам фул. По бабкам у нас фул получается. Так, построить я здесь ничего не могу. 31 минуту надо ждать, как ни крути. Так, здесь час 18, 6 часов 18 минут. Так, зелье приготовим. Так, в исследовании, наверное, нифига нету, как обычно. Пятьсот. Так, а мне еще скинули, получается, да? А, это бронзовый уже. Мы близимся к серебряной. Война окончена. Ну, поражение 13-14, я не знаю, что это такое, ребята. Уничтожен вражеских баз 20. Если посмотреть по карте, враг весь разбит.
Нет, ребят, не весь. Вот это вот осталось. Это наша база. Да, наша база разрушена. А у них... Так это понятно, от меня, ребята, здесь пока было мало. Толку? Я помню, полез на меня. Меня там вообще сразу зашкварчили. Я ничего даже толком не сделал. Но попросили открыть войну, я открыл. Всхлопотали. Да ничего страшного, ребят. Ничего страшного, надеюсь, что ничего страшного. Так, что у меня тут? 6 час. А где еще? А, вот еще. И тут 4,5 часа. Блин, мне бы хотя бы одну звезду где-нибудь заработать еще. Что, попробуем здесь? Должно, в принципе, прокатить, проканать. Да что ты помага-то бомбишь? Ты бомби, блин. Ага, получается, что мы ему все эти уничтожили, да? Все защитные, кроме воздушки. Но воздушка нас не интересует. Уже не интересует. Мах улетел в никуда. Полетел птичек кормить. Великолепно, друзья. Просто шикарно здесь вышло. Угу. Ну вот. Запасик с тобой денег сделали. Ну и маны, естественно. Если, конечно, тут на нас будут, конечно, нападать. Пытаться нас тут порвать. Но у нас еще тут на запасе, если что. Так что, ребятушки, будем держаться. Ну что, на сегодня тогда будем заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.